Впервые подняться на борт ледокола «Ленин». Росатомфлот организует тематические встречи для детей, приуроченные к юбилею атомной отрасли. Знакомить подрастающее поколение с главными символами региона – это важно. Ведь так молодежь будет еще больше знать и гордиться тем местом, в котором живет. К 65-летию атомного ледокольного флота России Росатомфлот подготовил программу, направленную на популяризацию отрасли. Часть проекта – это экскурсии по легендарному ледоколу «Ленин» для школьников и студентов, среди которых и дети семей участников специальной военной операции. Флот у нас единственный, неповторимый. Работаем в акватории «Семь морпути». Все задачи государственные, которые перед нами поставлены, выполняем. И хотим, чтобы об этих наших достижениях, о наших целях знали не только мы, но и наши соседи, наши жители и наши вообще граждане России. Несмотря на то, что о визитной карточке Мурманска знали многие, далеко не у всех была возможность побывать внутри уникального атомохода. Масштаб судна произвел на ребят неизгладимое впечатление. Самыми яркими локациями экскурсии по традиции стали ходовой мостик и центральный пост управления. Экскурсия очень классная, потому что тут все так красиво, не то что в новых ледоколах. И тут много всяких штук. Можно окунуться в историю СССР. В конце встречи ребятам вручили памятные подарки. Первый в мире атомный ледокол в миниатюре, который можно собрать своими руками.